ДТП в Тирасполе. Все произошло накануне вечером на Краснодонской у торгового центра. Под колеса «Фольксвагена» попал 18-летний пешеход. Его увезли в РКБ. У него травма голеностопного сустава в виде перелома латеральной лодыжки со смещением отломков. Ему была проведена необходимые мероприятия по наложению гипса. В дальнейшем ему будет показано оперативное лечение. Сейчас пациент находится в хирургическом отделении, в состоянии его средней степени тяжести. Там есть определенные вопросы по животу, там есть тупая травма живота. Сейчас хирурги его дообследуют. Но на данный момент жизни данного гражданина ничего не угрожает. В МВД сообщают, со слов водителя иномарки, пешеход выбежал из-за припаркованного у обочины микроавтобуса. Водитель не успел среагировать и сбил пешехода. Сейчас в ГАИ разбираются, кто виноват в аварии. И призывают водителей и пешеходов соблюдать правила, быть внимательнее на дорогах, садиться за руль трезвыми. Только за минувшие выходные сотрудники ГАИ выявили 12 пьяных водителей.